Мэр, я старался. Я говорил себе, Али, щипцы, не смей. Не вспоминай. Я пытался не вспоминать. Действительно пытался. Тоска по человеку – страшная штука, Омер. Я только сейчас понял, что ты умер. Я соскучился по тебе, брат. Омер, Омер, Стамбул, 1995 год. Омер, нас зовут. Али Кыргыз? Алибей. Иди, брат, иди, как я пойду с тобой на собеседование? Я буду ждать здесь. Мы хотим принять на работу главного менеджера по продажам. Насколько я понял, вы нигде не учились? Я как раз собирался. Здесь написано, что вы работали механиком в гараже. Раньше вы работали на административной должности? Нет, брат. Гараж, конечно, хорошо, но я хочу достичь большего в жизни. Я, кстати, очень трудолюбивый и в меру агрессивный. Ну, в плане работы агрессивный, энергичный. Дайте мне работу, и я даю вам месяц. Вы даете мне месяц? А что потом? Вы уволите меня? Через месяц вы повысите меня в должности, вы скажете, что ваш лучший работник – Али Щипцы. Али Щипцы – это ваше прозвище? Вы написали так в резюме. Вы бросили среднюю школу. Жизнь заставила. Но вы не подумайте, что я глупый. Знаете, как я отгадываю кроссворды в газетах? Ой, на раз. Иностранные языки не знаете? Турецкий язык знаете немного. Рекомендательных писем нет. Отзывов с места работы нет. Мой патрон был сварливым, а так я... Сварливый патрон. Образования нет, квалификации нет. Видно, что костюм вы позаимствовали у кого-то. И даже резюме написали не вы. Возможно, этот парень написал за вас. На что вы надеялись, придя к нам на собеседование? За кого вы нас держите, сварливый патрон? Сварливый патрон. Сначала на себя в зеркало посмотри. Ты думал, что мы примем на работу такого, как ты? Оценивай реально свои возможности. Вы свободны. Удачного дня. Пойдем. Я кое-что скажу. Да ладно, не надо, забудь, брат. Подожди-ка, подожди. Я не знаю вас, господин. Но своего друга я знаю очень хорошо. Да, руки у него грязные, потому что он возится под капотом дни напролет. Это тяжелая работа. Но Али делает эту работу лучше всех. Да, мой друг бросил среднюю школу, потому что ему надо было выживать. Он учился в начальной школе, а по вечерам продавал носовые платки. Жизнь заставила. И этого не стоит стесняться. Наоборот, надо гордиться. Я еще не закончил. Этот человек не знает иностранные языки, но он знает, что такое дружба. Да, его прозвище Али Щипцы, но свои щипцы он использует, когда помогает своим друзьям. Али, знаете как? Как скала. Он скала. Этот человек, которому я доверяю больше всех на свете, он мой брат. Потому что Али Щипцы всегда протянет руку помощи и не откажет. Я не знаю вас, господин, не знаю, кто гордится вами, но я горжусь своим братом Али. Я горжусь им. Понятно вам? Брат, сейчас я обниму тебя. Но сначала... Стамбул, 2010 год. Мой лев.
Я увидела вашего друга первой, когда его сюда привезли. Я делала перевязки. Он бредил, был не в себе. Он находился здесь 2 недели. А на следующий день в газетах написали, что он умер во время бунта. Бедный парень. Это был ужасный день. Неизвестно, кто умер, кто остался в живых. Был еще пожилой человек. Рамис. Так вот, он приходил к нему каждый день. Каждый день сидел у этой койки. И читал больному стихи. И молодой человек пришел в себя. Пришел в себя? Омер? Да. Но его звали не Омер. Они перепутали имя. Он кое-что держал в руках, никому не отдавал. Эта вещь осталась у меня. Пойдем. Подожди меня здесь и закрой за мной дверь.